Санкт-Петербург, на улице Руставели. Сейчас вам покажу, какие здесь есть краски. А вот у нас пропитка. Пропитка Дюфа в разных объемах. Вот так она выглядит. Здесь есть все характеристики. И вот в крупном варианте разные. Морилки на водной основе в фирме Латек. Орех, дуб, лиственница, палисандр, махагон и мокка. Вот такие цвета. Вот такое разнообразие колеров, разных объемов, цветов. Фирмы Парад. Дюфа, Профиколор. Эмаль акриловая для радиаторов Дюфа и такая полубрянцевая, завод Радуга, Новосибирск. Грунтовка фирмы Акстон, вот для сухих помещений, обычная, концентрированная. И для сухих и влажных помещений такая вот обычная и концентрат. Момент столяр. Также из ПВА есть титан, такой водостойкий. Кисти по 12 рублей, я думаю, вот такие подойдут нам. И такие по 5 рублей. Но они более рыхлые. Вот эти будут получше. Ну вот и все. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, информация была полезна для вас. И желаю вам творческих успехов.